Привет, это канал I Like Pet. В этом ролике мы расскажем вам про типичные ошибки при уходе за шпицем. Обаятельные шпицы привлекают внимание своей милой внешностью и очаровательным характером. Однако, чтобы представители породы могли раскрыть весь свой потенциал, за ними нужно правильно ухаживать. Какие ошибки считаются самыми распространенными при уходе за этими собаками? Давайте разбираться. Первая ошибка – недооценивать стоимость содержания шпица. Еда, ветеринарное обслуживание, игрушки представителей породы могут обходиться недешево. Например, у карликовых собак зубной камень образуется быстрее и в более раннем возрасте, чем у крупных. Ежедневная чистка зубов, а также визиты к собачьему стоматологу должны быть для вас доступны. Вторая ошибка – рассматривать собак только мини-размера. В целом, померанский шпиц – довольно здоровая и активная собака, однако под влиянием моды на миниатюрных питомцев некоторые заводчики получают нестандартно маленьких щенков. У слишком маленьких представителей породы могут возникнуть проблемы с формированием костей черепа. Также у них легкий и тонкий скелет, излишне выпуклые глаза, которые требуют большего ухода и внимания владельца. Кроме этого, у таких собак мини-размера могут быть проблемы с дыханием из-за укороченного носа. Следующая ошибка – игнорировать проблемы с поведением питомца. Не нужно поощрять капризное поведение животного. Более правильным решением будет коррекция поведения собаки со специалистом, своевременная социализация и дрессировка. Это качественно улучшит жизнь лающего друга и его взаимоотношения с хозяином. Еще одна ошибка при уходе за шпицем – забывать о тренировках. Как и другие собаки, представители породы нуждаются в дрессировке. Несмотря на свои небольшие размеры, шпицы – очень активные собаки, которым нужно выплескивать свое море энергии. Для представителей породы крайне важны регулярные умственные и физические нагрузки. Недостаточное внимание к шерсти питомца – пятая ошибка при уходе за шпицем. Представители породы обязательно нужно регулярно расчесывать, купать и водить на груминг. В противном случае о красивом внешнем виде любимца стоит забыть. Таковы типичные ошибки при содержании шпица. Если вы являетесь владельцем представителя породы, ухаживайте за ним правильно. Тогда ваш питомец проживет долгую и счастливую жизнь. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!